Всем привет! Перед стрижкой нашей модели я ее покрасила, использовала серию спецблонд от Goldwell. Кому интересно, как я красила, я там вам показала фотографию красок. А пропорцию смешивания, если что, пишите, спрашивайте, я вам все отвечу. И, значит, приступаем к нашей стрижке. Мы раньше носили каре, но вот захотелось теперь подлинней, другую форму стрижки. И я вам сейчас покажу, как можно уже сделать более легкую, более рваную, более воздушную стрижку. Стрижка у нас с вами будет состоять из двух форм – равномерной и каскада. Значит, мы с вами первую линию на затылке, я вам видела, на какие зоны я делила. Первую и вторую линию, наши рабочие блоки, мы с вами стрижем с натяжкой 0. То есть натягиваем 0 и стрижем, видите, как правило, повторяем форму вашего рабочего пробора. То есть низ у вас должен соответствовать и повторить форму вашего рабочего пробора. Вот я вам показываю с оттяжкой 0. Низ у нас будет достаточно тяжеленький. Но потом в конце мы, конечно же, все с вами порвем. И стрижка будет такая озорная, веселая, на среднюю длину. Значит, еще главное, забыла вам рассказать, значит, волосы у нас немного вьются, не сильно, и это дает нам возможность именно носить в беспорядке, то есть это дает дополнительный объем, то, что вот этот беспорядок, и волосы будут в разные стороны потом ложиться, именно в таком как бы хаотичном беспорядке, что придаст особый шарм, то есть как бы такой получится у нас французский выщип. Вот сейчас в данный момент я вам показываю, что мы с вами берем прядь четко по центру. Натяжение у нас к голове 90 и срез 90. То есть это у нас с вами равномерная линия. Вот схему посмотрите, пожалуйста. Значит, следующая прядь. Делю я следующую прядь, отделяю, опять же, перпендикулярными полупроборами. Либо это называются вертикальные проборы. И все прядки мы подтягиваем, следующие пряди подтягиваем к нашей предыдущей. То есть у нас контрольная линия, контрольная прядь по центру. И затылок мы с вами простригаем, как будто бы у нас идет на удлинение. То есть чтобы за ушами вот эти линии были потяжелее. Как только вы простригли, встригаем наш уголочек, так как вы понимаете, угол будет обязательно более длинный, чем нижняя линия. Вы встригаете нашу простриженную зону в линию окантовки. И переходим на правую сторону, повторяем все зеркально. Вертикальными проборами отделяем пряди и подтягиваем к нашему центральной контрольной пряди. Простригли зону, причесываете все вниз, натяжение 0, встригаете в окантовку. Опять же, делаем проверку. Проверку не забывайте. Каждый блок, простриженный вами, обязательно проверяйте, не ленитесь. В данный момент проверка, видите, идет у нас в зоне горизонта. Вы подтягиваете волосы на уровень вашего пробора рабочего. Натяжение к пробору 90 получается пряди. И проверяете свою линию, как вы ее простригли. После этого, видите, также себя проверяете. Берете из зон слева-справа на одном и том же уровне и проверяете длину. Если где-то что-то не так, обязательно подправьте. У нас стрижка не асимметричная, у нас стрижка симметричная. Продолжаем, переходим к следующему блоку. Также у нас идет с вами разделение вертикальным пробором, натяжение 90-90. Я вам только что показала, вот 90-90 показываю ножницами. Показываю сейчас, что у нас с вами линия среза, перед этим я вам показала, будет продолжаться. Вы вводите нашу новую линию, нашу новую прядь в линию, которую мы уже создали. Попрядно подтягиваете все волосы, все прядки к нашей КП.
как правило, зеркалим лево-право. Показываю, прекрасно видно вам, да, что я продолжаю линию, которую я уже сделала. Чем тоньше вы берете проборы, тем точнее у вас стрижка. Не ленитесь. Делайте маленькие шаги, маленькие проборы, тоненькие, прозрачные, чтобы вам видно было ваши пряди, ваши линии среза. Простригли вертикально, горизонтально, проверяем. Натяжение у нас с вами в нашей проверке идет 90 к пробору. Видите, волосы чуть-чуть волнистые, немного. Переходим к следующему блоку. Опять же, натяжение 90, срез 90. Видите, вот она линия, которая у нас уже создана. И мы продолжаем ее. То есть, еще раз повторю, затылок мы стрижем 90-90. Это как бы элемент равномерной стрижки. Но используем метод каре на удлинение. То есть, мы все подтягиваем к центру. У нас с вами контрольная наша прядь стоит на месте, она не передвигается. Как всегда, проверку после стрижки этого блока. Ну и заканчиваем нашу затылочную зону. Метод стрижки не меняем. Техника остается той же. Не забывайте, что работаем мы на уровне двух фаланг. Видите, я не поленилась и перехватила. Берегите свои пальчики, пожалуйста. Не обрезайте руки. Две фаланги простригли и дальше перехватили, чтобы вам было удобно. Переходим с вами на височную зону. У нас с вами уже задана длина. Мы берем ее как контрольную точку. И дальше вы выводите ту длину, которую вы себе определили. Хотите, сделайте подлиннее. Я делаю покороче, потому что все-таки мы меняем стрижку. И я решила сделать именно эту длину. Теперь вот смотрите внимательно. У нас с вами на затылке, на затылочной зоне была уже прострижена длина определенная. Теперь мы с вами диагональным пробором берем
на височной зоне делим. И вот видите, что получается? Когда я перешла в диагональный пробор, у меня появились две контрольные точки. Так вот, теперь вам надо височек оформить так, чтобы соединить линию между этими двумя точками. И я соединяю. Смотрите внимательно. Диагональными проборами вы работаете уже в височной зоне. И оформляете таким образом висок. Височно-боковую зону мы простригаем с вами. Опять же, натяжение у меня, как видите, к голове 90. И срез у меня 90. Вы от лица подтягиваете волосы попрядно к вашей контрольной линии. Контрольная линия у нас с вами за ухом. Вы оттуда взяли уже простриженную зону, простриженную линию и ввели наш височек в стрижку. С левой стороны зеркалим. Продолжаем также. Сначала натяжение у нас с вами 0, то есть сначала мы с вами задаем длину, делаем окантовку. Проверяем обязательно лево-право. Берем нашу контрольную линию, которая за ухом находится уже на простриженной затылочной части. Немного захватываем височно-боковую. В итоге у вас получается две контрольные точки. Вот я вам их показываю. Еще раз обратите внимание. И встригаю, соединяю эти две контрольные точки, убирая лишнюю длину. То есть создаю новую длину, новую линию среза. Контрольная прядь была, еще раз повторю, немного за ухом, уже на простриженной зоне. И все волосы от лица попрядно диагональными проборами вы подтягиваете к заданной вами линии за ухом. Обязательно проверяйте лево-право. Стрижка у вас симметричная. Мы с вами будем только челку делать косую. Но это потому, что волосы так растут, и девушке моей модели более комфортно ее носить. Обращайте внимание обязательно на рост волос. Эти стрижки называются умными стрижками. То есть они не требуют дополнительных укладок сильных. Значит, сейчас мы с вами что делаем? Мы переходим уже на теменную зону, на топ-зону. Все прочесываете к лицу. И так как у нас уже на висках задана длина, мы с вами выравниваем длину, то есть задаем длину нашей топ-зоны, вводя в стрижку. Длину, опять же, вы определяете сами. Вот эта линия, которую я сейчас простригаю, я задаю длину. Но вы сейчас увидите, затылок мы будем продолжать стричь. Обязательно выравнивайте лево-право. То, что я сейчас задаю длину топ-зоны, никак не относится к челке. Челка у нас с вами будет стричься дополнительно. Значит, здесь еще такой момент. Если у вас девушка носит на косой пробор, соответственно, вы берете контрольную прядь, вот я вам показываю, вот здесь у нее косой пробор, видите, с этой стороны. Поэтому контрольная прядь у меня будет находиться на уровне самой короткой части, на челке. У нас с вами задана уже длина. Если вы помните, затылочную зону мы простригли, вот я вам показываю, задана длина. И, соответственно, я начинаю простригать
топ-зону, соединяя первую линию окантовочную, которую я только что задала у лица, и затылочную зону. Вот у меня было две длинные задано, я их нашла. И все попрядно волосы подтягиваем к нашей контрольной пряди, которую вы задали на уровне нашего пробора, который наша девушка будет носить. Видите, у меня тут тавтология. Наша, наша, наша. Короче, мы с вами задали, определили пробор, где она носит, определили длину, сделали там контрольную прядь. И теперь слева по очереди и справа по очереди попрядно мы подтягиваем все к нашей контрольной пряди на уровне пробора. Все простригаете. Значит, я там, как вы видели, в схеме написала 60-45 градусов. Как вы понимаете, все зависит от длины волос. Если вот взять вот конкретно вот эту мою модель, то у меня здесь 60 градусов наклон. А если мы с вами будем брать, рассматривать более длинные волосы для этой стрижки, то, соответственно, у меня будет уже наклон 45, а то, может быть, еще и круче. Все зависит, какую вы длину лица будете задавать. Значит, что я сейчас делаю? Я сейчас соединяю нашу топ-зону и височную зону. То есть вот этот переход. Вы видели, я вам показала, что получились треугольнички. Если вы правильно простригли, вот я смягчаю эти треугольнички. Вот обратите внимание, сейчас с этой стороны я буду делать то же самое. Височно-боковую зону всю мы, видите, вот он треугольничек, хорошо его видно, показываю. Я его убираю, смягчаю. Девчонки, не стесняйтесь, вы пишите, задавайте вопросы. Я провожу обучение. Если вы просто не знаете, как работают какие-либо краски, например, допустим, блок, например, допустим, если вы не понимаете, как закрасить седину, блок, как вы не понимаете, как работать с микстонами, следующий блок, вы не понимаете, как работать со спецблондами, как обесцвечивать волосы. Вы не стесняйтесь, пишите. Я провожу обучение онлайн по скайпу. Обучение у меня идет где-то 4-5 часов в день, но это не академические, это астрономические часы. Так что все подробно с вами разбираем, устраняем ваши пробелы, ваши страхи убираем. Так что обращайтесь, пишите, звоните. Ну вот, как вы видите, я сейчас перешла к челке, и мы с вами оформляем челку. Задаете длину ту, которую считаете нужной. Так как она, я вам говорила, уже асимметричная, я ввожу стрижку в челку. Стрижка у меня уже задана, уже прострижена, но надо красиво перейти, красиво оформить, чтобы какие-то лишние волосы не выпадали, когда она будет самостоятельно дома сушиться. Красиво дорабатываете, вводите стрижку в челку. То есть оформляете у лица. Подтягиваете все попрядно, насколько хватает длины затылка, подчесываете. После этого мы с вами должны подсушить волосы. Вот уже хорошо видно, как выглядит наша стрижка, естественно, не в уложенном виде. Она у нас достаточно объемная. Ну, как вы понимаете, фен он вытягивает, если просто дуть, поэтому, конечно, лучше доработать расческой, чтобы направить волосы так, как нужно вам, потому что дальше у нас идет доработка.
В домашних условиях она может себя практически не сушить феном. Она так и делает, то есть она подсушивает их в естественном виде и просто как бы потом бодрит волосы с помощью какой-нибудь там пенки или не сильной фиксации геля, для того, чтобы такой был беспорядок. Еще раз повторю, у нее немного вьющиеся волосы, не сильно. У нас, видите, уже получается такой как бы французский шик, такой французский шарм, воробушек. У нее сами по себе волосы загибаются наверх, когда вот длина дорастает до плеч, поэтому этим я пользуюсь. Учитываю это в стрижке. Задаете форму. Ну, конкретно я здесь работаю брашингом. Какой у меня тут брашинг, наверное, 34-й. Оливия Гарден. Все спрашивают меня про фен. Да, фен у меня маленький, как видите. Вот, у меня фен очень удобный, мне нравится. Тайгер называется, Тайгер. Рекомендую, достаточно мощный фен. Но маленький фен – это не значит легкий фен. Весит, может быть, даже чуть больше, чем весит обычный фен. После того, когда мы с вами посушили, все волосики направили, начинаем дорабатывать нашу стрижку. Как метод называется, вы все знаете. Да, мой метод пойтинг. Мы с вами филируем, то есть облегчаем нашу стрижку. Делаем ее более рваную, более щипанную, более задорную. Все делайте в меру. Обязательно прядь хорошо вычесывайте. Прядь должна быть ровная для того, чтобы сделать такую филировку, чтобы не срезать лишнего. И смотрите сейчас, как я буду дальше филировать. Берете, натягиваете прядь и выворачиваете. Видите? Я вывернула пальчики. То есть прядь у меня как бы загнулась. Я заломала пальчиками ее. Вот эта техника дает небрежность, такое небрежное падение. Хорошую филировку. Вы не по прямой как бы делаете филировку, а загибаете пальчиками прядь. Сейчас обратите внимание, еще раз покажу вам. Берете прядь и загнули ее. Объяснить вам сложно, вы просто попробуйте так отфилировать волосы, вы увидите, в чем разница. Если волосы у вас подбиваются, это идеальный вариант. А если вы хотите, именно вот так вот, в такой технике, если вы сделаете, то волосы у вас действительно будут сами выворачиваться наружу. Это очень удобно. Девушке не надо будет мучиться и силой направлять их наверх. Виски тоже, как вы видите, я загибаю, выворачиваю. Я использовала здесь краситель Goldwell Spets Blonde. Здесь у моей модели есть седины немного.
но я не использую натуральные ряды для того, чтобы закрасить. Что я делаю? Здесь я такую хитрость как бы проявляю, для того, чтобы придать более холодный отлив, я не закрашиваю седину. Как вы помните, седина это у нас воздух и очень хорошо впитывает в себя все холодные оттенки. Она не закрашивается, она тонируется. И таким образом я как бы придаю более холодный оттенок тогда, когда волосы высушиваются. Об этих хитростях, обо всех я, естественно, рассказываю на своем обучении. Вы хорошо здесь пройдитесь, все проверьте, проверьте объем, толщину, посмотрите, как ложатся волосы, доработайте зоны, где бы вам еще хотелось доработать. Вот. У меня уже такая красивая модель получилась. После этого мы обязательно с вами все сдуваем наши мелкие волосики из волос вашей модели. Почему? Сдуваем феном. Потому что второй раз мы не моем своих клиентов, да, то есть не делаем второй раз укладку. Вы можете помыть это, если у нее короткие волосы. Как видите, у нее средняя длина, поэтому второй раз мы не моем. Досматривайте результат. Спасибо вам, что вы меня смотрите. Подписывайтесь, пожалуйста, на меня. Жду всегда вас рада. Пока!